Далеко не всем уборка доставляет удовольствие, тем более, если убирать приходится не в одной и даже не в двух комнатах. Как же добиться идеальной чистоты, не прикладывая к этому усилий? Для этого существуют специальные роботы-уборщики, которые без помощи человека поддерживают чистоту в доме и в квартире. Расскажу о роботе-пылесосе RoboSos LR450 от компании CityTech. Для управления этим устройством есть два способа. Первый – пульт дистанционного управления. Эта небольшая деталь делает процесс уборки максимально комфортным. Не покидая своего места, можно выбрать необходимый режим уборки, ее скорость, включить функцию очистки воздуха, а при необходимости отправить пылесос на подзарядку. Второй способ управления – с приборной панели пылесоса. С помощью сенсорных кнопок можно выбрать те же функции, что и с помощью пульта, а также установить расписание уборки. Это кнопка извлечения пылесборника, в котором собирается весь мусор. Кстати, в этой модели установлен пылесборник большего объема, чем в аналогах. RoboSos LR450 всасывает воздух вместе с пылью и грязью. Специальный съемный фильтр в пылесборнике удаляет из воздуха мельчайшую грязь, пыль и пылевых клещей. Кроме того, встроенная ультрафиолетовая лампа полностью обеззараживает проходящий через пылесос воздух, убивая болезнетворные бактерии и вирусы. Пылесос оснащен уникальной системой щеток – две турбощетки и две боковые щетки для более тщательной уборки. Робот-пылесос от компании CityTech оснащен самыми современными алгоритмами уборки. Прибор автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от типа напольного покрытия. Например, если робот проводит уборку на ковре, то мощность возрастает, если на линолеуме – уменьшается. Кроме того, эта модель может производить влажную уборку помещения. Для этого в комплекте есть специальная панель со съемной моющей салфеткой. Ее достаточно смочить и присоединить к нижней части корпуса. Уборка происходит не только за счет всасывания, но и с помощью активного вращения турбощеток. Это делает робот-пылесос практически бесшумным, чего никак нельзя сказать о работе обычного пылесоса. В комплекте подробная инструкция на русском языке, гарантия 1 год, сам робот-пылесос LR450 со встроенным аккумулятором и пылесборником, пульт дистанционного управления, док-станция, виртуальная стена, модуль влажной уборки, щетка для чистки устройства, две сменные боковые щетки, фильтр и сетевой адаптер. Посмотрим на робот-пылесос в работе. За счет небольшой высоты корпуса робот с легкостью проникает в самые труднодоступные места, что очень сложно сделать при уборке шваброй или обычным пылесосом. Нельзя не обратить внимания на стильный и лаконичный дизайн этой модели. Пылесос гармонично вписывается в интерьер квартиры или дома и не требует особого места для хранения. Благодаря увеличенному объему пылесборника и работе без подзарядки до 120 минут, этот робот легко уберет трехкомнатную квартиру с любой планировкой и расстановкой мебели. При этом робот-пылесос от компании CityTech работает максимально бесшумно. Он тише большинства аналогичных моделей, а специальный бесшумный режим не потревожит даже ночью.